Утром 4 декабря святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Голосование предстоятеля Русской Церкви по традиции прошло в рабочей резиденции патриарха в Чистом переулке. Патриарх передал свой паспорт сотруднице избирательной комиссии. Она занесла его данные в анкету, после чего Кирилл удалился с бюллетенем в другое помещение. Вернувшись, он опустил бюллетень в урну. После этого патриарх сказал: «Дай Бог, чтобы в результате этого голосования страна наша двигалась вперед без остановок. Много было потеряно времени в конце 20 века. Дай Бог, чтобы в 21 веке мы восходили от силы к силе». После этого предстоятель отправился в Донской монастырь, где отслужил божественную литургию. Дело в том, что в парламентские выборы в России совпали с большим православным праздником. Миллионы верующих вчера отметили введение во храм Пресвятой Богородицы. Очень важно, чтобы исполнились и исполнялись среди нашего народа слова, которые сегодня по случайному совпадению согласно уставу Русской Православной Церкви будут прочитаны во всех храмах. Это слова апостола Павла, который сказал, чтобы каждый из нас сохранял единство духа в союзе мира, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также пожелал, чтобы политическая конкуренция и борьба не помешали народу сохранять это единство.